О, гитарка моя. Всем привет, кто со мной не знаком, меня зовут Руслан. Как я обещал, сегодня будет полный разбор песни «Пошлой Молли» нон-стоп. Кто не смотрел туториал, пожалуйста, справа подсказка, ссылка в описании, ознакомьтесь. И что я хотел сказать. Песня у нас сложная, так что будем разбирать вариант из туториала и упрощенный. Ну и без лишних слов, поехали. Здесь мы начинаем с такой аппликатуры. Указательный палец мы ставим на четвертый лад пятой струны. Играем 4 раза, отделяем звуки. Пауза, пауза, потом подряд 2 ноты. И следующим мы играем безымянным пальцем на четвертой струне 6 лад. Дальше мы уже ровненько играем 5 нот. Соединим. Дальше мы 4 ноты играем открытую струну 6 и левой рукой отделяем звуки. И указательным играем на втором ладу 5 струны. Дальше мы ставим указательный палец на 4 лад 6 струны, играем 4 раза. И безымянный ставим на 6 лад 5 струны. Соединим эту часть. Соединим две части. Куплете мы играем квинтами, зажимаем всего лишь 3 струны, остальные глушим. Первая квинта у нас С-диез-5. Глушим первую струну либо указательным краем пальца, либо средним. Первую и вторую струну мы глушим указательным пальцем, не зажимая лады. Вторая квинта у нас Е-5. И последняя квинта у нас G-диез-5. Также первую, вторую, третью струну мы глушим указательным пальцем, не зажимая лады. Бой из куплета у нас состоит из основы шестерки. Мы просто добавили одно движение. Сначала разберем движение без приглушения. Играем вниз, рука на исходную, паузу держим.
вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Сыграть с приглушением. Приглушать будем левой рукой, просто расслабляя пальцы на ладах, но не убирая их от струн. Рука на исходную, пауза. Теперь приглушение вниз. Играем вверх, уже зажимаем лады. Играем вниз с приглушением, вверх с приглушением, вниз зажимаем лады. И играем вверх с приглушением. То есть у нас три движения, где мы зажимаем лады. Это первое движение, третье движение, шестое движение. Два раза играем с ADSM. Дальше мы переход делаем на E5 и GDS5. Снова. В эпизоде «Ну что за мать его дерьмо» квинтия GDS5 мы зажимаем первым движением, потом держим паузу, потом два движения у нас играется приглушением, руку мы задерживаем и играем с приглушением еще два движения вниз-вверх. Дальше у нас такая же ситуация. Также упрощенный вариант можно сыграть шестеркой с глушением. Если вы играете медиатором, глушите ребром ладони, если же без медиатора, то как обычно, хлопком. И здесь мы должны быть внимательны. Всего у нас здесь 9 движений, 7 из них мы играем вниз, не полностью, задеваем только 6-ю, 5-ю, 4-ю струну. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь вниз-вверх мы должны сыграть как одно движение с приглушением. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Для чего мы делаем последние два движения приглушением? Дело в том, что мы должны сменить быстрый аккорд и сделать это чисто. И эти как раз движения вниз-вверх нам помогают это сделать. То есть мы играем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
И вот следующим движением после этого сразу переходим на другой аккорд. И в итоге у нас выходит чисто и красиво. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Аккорды в припеве. Первый аккорд у нас CDSM без первой струны. Первую струну мы глушим указательным пальцем, не зажимая лад. То есть шестая струна у нас приглушена краем указательного пальца. И первая струна у нас приглушена тоже указательным пальцем, не зажимая лад. Аккорд у нас B. Также зажимаем только 4 струны. Первую и вторую мы глушим указательным пальцем, не зажимая лад. Следующая у нас квинта Е5. И квинта Г-диез-5. Бой у нас очень сложный в этом песне. Это у нас восьмерка. Такую же восьмерку я играл в песне «Пошлая Молли» Лин Энсти. Подсказку я оставил, ссылка в описании. Пройдите по ролику, изучите этот бой, он как раз играется в медленном темпе. Когда вы более-менее уверенно будете его играть, приходите сюда. Эту восьмерку вы должны играть уверенно, не глядя, не задумываясь. Изучите его в медленном темпе, постепенно наращивая темп. Последние два движения мы опять глушим. Глушим мы из-за того, что мы меняем аккорд. То есть, когда мы сделали последние два движения вниз, вверх, мы одновременно и заглушили струны, и перенесли пальцы на другой лад, на другой аккорд. И вот в этом аккорде мы сыграем вторую половину с приглушением. Приглушаем левой рукой. То есть, играем вниз, потом вниз, вниз, вверх, и остальные движения мы приглушаем. Переходим к второму куплету. Также можно сыграть шестерку с глушением в припеве.
Дальше мы играем вниз и зажимаем квинту C диез на девятом ладу. Во время удара вниз мы переносимся до четвертого лада. Играем также 7 движений вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Играем вниз, вверх приглушением и меняем аккорд. И опять у нас начинается припев. Второй раз припев мы играем точно так же, как и первый раз. Следующую квинту мы играем опять же наполовину. После второго припева мы играем такие аккорды, как в припеве. Дальше мы играем Е5, но уже с первой и второй струной открытой. То есть зажимаем как квинту, да, обычную, но уже не глушим первую и вторую струну. И третья у нас квинта Г-5. В этом эпизоде мы играем четверку. Зажимаем Г-5 и играем 4 движения. Вниз, пауза, вниз, вниз, вверх.
похож на тот, который мы разбирали в LCP Канкан. Подсказку я дам, ссылка в описании. То есть играем вниз, пауза, вверх-вниз, вверх, вверх-вниз не полностью, пауза, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, пауза, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще медленнее. Дальше Е, 5. Вверх это же аккорд, а второе движение вверх мы уже держим другой аккорд. Мы сыграли за бой два аккорда. То есть поняли, да? Вниз, вверх, вниз, вверх и зажали уже другой аккорд. Вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Дальше играем вниз, пауза, играем Е5, и в конце мы играем не приглушением вниз-вверх, в конце, как всегда. И последнее движение вниз с приглушением.